Ой, мамка, чего так рано встала-то? Я бы еще поспала, к примеру. Мы сегодня все-таки поедем на дачу? Или как вчера? Проедем 40 минут и развернемся. Можно сегодня без этого? Ой, ребят, а пока передаю вам всем слюнявый привет! Кстати, нас почти 10 тысяч, так что когда нас будет 10 тысяч, сразу устроим конкурс. Я тебя не слышу. Я отдыхаю перед дорогой. Ну чего? Мы гулять? Я готов. Ну пошли. Да, Тафи? Так, сейчас у нас полдевятого, где мы планируемся выезжать в субботу. Вообще мы вчера выезжали, но мы доехали до Нени, и меня всю эту дорогу что-то накрывало, какое-то странное ощущение. Что-то вообще вчера еще полнолуние. Я так нервничала, попросила развернуться. Вот, и мы поехали домой. Пока не уехал, нужно побольше наметить, чтобы никто про меня не забыл за выходные. Я там грешным делом ломал голову, откуда тут? Че толкаешься-то? Жалко места? На эту штуку ходил. Дальше приложу ваша. Сейчас. Чё, шкинкот? Мамка! Бандура твоя упала! Жди. В смысле жди? Я вам жду? Африканский, что ли? Так, стопы. Вы короля кукурузного забыли. Ладно, мне не страшно совсем. Просто скучно. Не пойму, почему меня не взяли? Сами, наверное, в туалет пошли, а я должен сидеть тут. Ау, прием! Я тут. Но я же вижу вас. Давайте уже скорее сюда. Всегда выводили на заправке, а сегодня из-за дождя типа нельзя. Ну что за бред? Долго мне еще ждать? Скучно же? Ну, наконец! Какаха, привет! Ну, какаха! Нет, Афи, там улица мокрая, ты сейчас весь будешь мокрый. Мне вот лично вообще ничего толком не видно. Не узнает он никак Эли, нет? Чувствую, приехали, ребят. Ура! Мы приехали! Скорее, выпустите меня! У меня куча дел!
Так я открываю аккуратно. Ну что, сам спрыгнешь, Стася? Нет, я хочу на ручках. А дождь все идет. Буба все рад, что не хочет. Как классно! Он тоже поцарапан. О, тут, похоже, был еж. Нужно найти его след срочно. Я его с прошлого года не видел. Пойдем, Тафи, домой. Я торпеда! Так. Пошли. Тафи, ты тут есть будешь? Корм свой. А можно не корм? М? Так, ну что, мы приехали. Сейчас мы поедем уже за водой. Вот у нас канистры. Блин, тут, короче, какое-то нашествие мух. Мы приехали. Тут их просто сотни. Посмотрите. Черные мухи. Их не было. Я же в прошлый раз все тут прибрала. Ну, так слегка. Папа сейчас снял решетки с окон. Фу, вонь, короче, мы тут набшикали этой штукой от всяких насекомых, мух. И, конечно, тут надо, чтобы это все проветрилось, потому что очень пахнет. Вот, в общем, сейчас мы поедем за водой. Нам ехать где-то минут 20 в одну сторону. Ну да, короче, не мало. Мы набираем эту воду, используем ее в основном, допустим, для питья, но также, в принципе, и мои руки стали мыть, и, в общем, посуду моем. Ну, такая, чтобы она была совсем чистая. Потому что, которая колодечная, она вообще уже стала очень такая грязная. А доехали мы, в принципе, за 2 с чем-то часа. Вот, не было никаких там пробок. Диван переставим вот сюда. Поближе к розеточке. Вот это все я собираюсь сегодня соскребсти. Все, поехали. Да подожди. Волшебная кнопка води. Я электротривер. Все. Я могу только закручивать и откручивать.